Приветствую вас на канале компании Медлига. Меня зовут Михаил Селифанов. Я являюсь клиническим специалистом по направлению анестезиологии и реанимации в нашей компании. Сегодня мы поговорим об инфузионной технике и разберем шприцевой насос производства компании MedCaptain HP30. Забегая вперед, сразу хочется сказать, что компания Медлига является эксклюзивным поставщиком насосов компании MedCaptain серии HP в России. На современном рынке инфузионных насосов компания MedCaptain является лидером среди производителей данной техники в Китае. У данного производителя есть несколько линеек насосов, три из которых представлены в России. Также есть специальная станция для МРТ-кабинетов, инфузионная станция для удаленного просмотра и управления, а также центральная станция. Перейдем непосредственно к шприцевому насосу HP30. Данный насос предназначен для высокоточной, дозированной, длительной инфузии концентрированных лекарственных препаратов, препаратов крови через шприцы. HP30 применяется во всех областях и отделениях медицины, где требуется длительное и точное введение лекарств. Прежде всего, это все профили отделений реанимации и интенсивной терапии. Это отделение неонатологии и неонатальной реанимации. Это палаты интенсивной терапии всех профилей, кардио и нейро, операционные, отделение онкологии, терапии, отделение реабилитации, скорой медицинской помощи, МЧС, военная медицина, паллиативные отделения, в том числе терапия на дому. Сравнивая насос с другими производителями, HP30 будет отличаться своей компактностью и режимами инфузии. Их просто больше, чем в других насосах. Характеристики и эргономика прибора также многих удивит. С них и начнем. Работает насос со шприцами любых марок и объемов, начиная с самых маленьких 2-3 мл и до самых больших 50-60 мл. Установку шприца мы можем настроить двумя способами. Ручным, его еще называют классическим, для экстренной работы, и автоматическим. Он более безопасен и подойдет для рутинной работы. Благодаря большому цветному сенсорному дисплею в 3 дюйма требуемые параметры и выбор препаратов настраиваются намного быстрее, чем с помощью мультикнопочного управления в других насосах. И да, в перчатках работать тоже можно, сенсор реагирует просто отлично. Дисплей резистивный, поэтому можно нажимать ручкой, карандашом и другими неострыми предметами. MedCaptain HP30 будет оптимален как в стационаре, так и при транспортировке. Встроенная батарея обеспечит автономной работой на более чем 10 часов. Заряжается аппарат от сети переменного тока 220 вольт и от постоянного тока 12 вольт. Для соединения с общебольничными информационными сетями прибор имеет все необходимые сетевые интерфейсы для передачи данных в локальную сеть и информационную систему лечебного учреждения, для прошивки библиотеки лекарств и новых версий ПО, для подключения внешних устройств, таких как, например, пульт вызова медсестры, сканера штрих-кода, для ввода данных о пациенте и лекарства, набранного в шприце, а также пульта дистанционного управления для режима PCA. Еще одна приятная особенность насоса – это единый форм-фактор слайдерного типа. С помощью такой системы насосы можно объединять в единый блок без дополнительных приспособлений, в том числе и с волюметрическим насосом HP60. За счет малой массы и габаритов насосы в таком объединенном виде можно переносить до 3 штук одновременно. Если этого недостаточно и хочется расширить функционал насосов, то их легко объединить в компактную инфузионную станцию по 4, 8 и даже 12 насосов. Станция обеспечивает слаженную работу в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организуя экономию рабочего пространства, снижая зрительную и акустическую нагрузку на персонал, объединяя электропитание, тревожную сигнализацию и передачу информации в госпитальную информационную сеть. Станция или отдельно насос крепится на стойке, а также на рельсе. На задней поверхности есть съемное крепление, оно поворачивается на 360 градусов, с помощью которого насос устанавливается в нужное положение. Напишите в комментариях, какие характеристики или опции важны для вас при выборе шприцевого насоса. Перейдем к другим важным параметрам – функционалу насоса HP30 и режимам инфузии. Прибор имеет 9 предустановленных режимов инфузии, включая режимы для неонатологии, анестезии, ТИВА – тотальная внутривенная анестезия и PCA – контролируемая пациентом анальгезия. Если же несколько насосов объединить в станцию, то режимов будет уже 10. Добавляется режим релей или подхвата. В памяти прибора предустановлена библиотека откалиброванных шприцов различных производителей и объемов. А если ЛПУ использует свои, иные марки шприцов,
можно всегда откалибровать новый шприц и занести его в память прибора. Для справки еще несколько цифр о MedCaptain HP30. Насос позволяет производить инфузию со скоростью от 0,1 до 2000 мл в час. Также он позволяет устанавливать различный уровень порога окклюзионного давления от 150 до 975 мм ртутного столба. Также он имеет систему антиболюс менее 0,2 мл, предотвращающую непреднамеренный болюс после разрешения окклюзии в системе. Дополнительно можно настроить три варианта болюса. Кроме библиотеки шприцов, в насосе есть встроенная библиотека лекарственных препаратов. Она стандартно разделена уже на 16 фармакологических групп. Уже предустановлено более 1000 препаратов, а всего в насос можно доустановить до 5000 препаратов. Врачи и медсестры, которые часто проводят одни и те же инфузии, могут сохранить до 20 последних профилей инфузии во встроенную память насоса. Это отличный инструмент, позволяющий каждый раз не тратить время на установку инфузии заново. Также в памяти прибора сохраняется список из 2000 последних тревог и событий. Для комфорта персонала, а также комфорта пациента, насос можно сконфигурировать под требования стандарта отделения через меню. Индивидуально можно настроить яркость дисплея, размер шрифта или цифр, функции безопасности, блокировку дисплея, установить режим день или ночь и отрегулировать громкость, время тревог и другие функции. Обладая перечисленными характеристиками, функциями и режимами инфузии, шприцевой насос MedCaptain HP30 справится со всеми задачами медицинского учреждения и, более того, сделает повседневную работу медицинского персонала точной, безопасной и комфортной. Компания Medliga, как эксклюзивный поставщик шприцевых и инфузионных насосов MedCaptain в России, предоставит на оборудование специальные условия. Наши контакты вы найдете в описании. На этом все. Подписывайтесь на канал компании Medliga, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие обзоры современного медицинского оборудования.